Лоши я сейчас поймала вот такую щуку. Хорошая. Мы на Лоши, на любимых наших местах. Не там, где оптовка. Да, молодец. Подожди, я еще покажу, еще задают вопросы. Спрашивают, на какой мы ловим спиннинг? Ответ. На зелененький. На какую рыбку? На зелененькую. Главное щуку найти. Сейчас она стоит около берега. Мы на Лоши. Толечка, что у тебя? Толик мамку поймал. Так. Ой. Вытащишь? Не знаю. Вытащишь. Это фрикцион так трещит? Да. Ёпарас это. Так. Ну, Толя, пожалуйста, сделай это. Мы на Лоши. Толя что-то там вцепил хорошее. Фу. Потихонечку, Толечка, ну, потихонечку. Потихонечку. Что, прям так тяжело? Офигеть. Обалдеть. Толя. Ой. 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 А подсака-то нет. Подсака нет. Что будем делать? Корягу выдавать. Ну, а если вон туда? Она в корягу ведет. Вот она, сюда уже пришла. Куда? Все? Вот. Что делать будем? Да. Портировать. Что делать? О, мамочка, Толя, возьми ее. Ай, это небольшая щучка. Ну, так-то да. Сколько она там килограмм-то вообще, если что? 7, наверное. Килограмм 7. Я уже еле держу ее. Сидай сюда в грязь. Мамочка. Все. Мы это сделали. Мы это сделали. Это Оша, но не там, где все рыбачат. Толян, ты что, точку G нашел? Давай. Лен. Так, ты решил меня. Этот выдержал. А все. Ты меня решил обогнать, что ли? Сейчас у нас счет. Ёпарс это. Ой, мамочка. Ну. И выпало, прикинь, вообще. Толян решил меня обогнать. О-о-о. По весу уже обогнал, по счету нет. Толя, это что у нас, 6-2? Ну, да. По весу ты герой. Да, а, ништяк. Вот рыбалочка. Так вы не поверите. Блин. Мамочка ушла. Толечка, что-то там опять здоровое поймал. Вытащишь? Ой, ёпарас это. Толян, вытащил? Да. Нормально, что-то там, трёха точно? Ой, ну Толян, блин, меня по весу обскакивает. Что, Толечка, порыбачил на уши? Да, вот. Первый день рыбалки. Вот нас рыбки поймали. Короче, наловили сколько их? Так, семерка, на 3, на 4. Ну, короче, самая маленькая, может, на двушка, остальные все. Ой, короче, наткнулись. Все, норму перевыполнили, сваливаем. Где там приятное курлыканье? Где? Вот они, лебеди летят, вот они. Вот, не стая лебедей. Толя, стая лебедей. Ай, вон они летят. Обалдеть. Сейчас их деревьев не видно. Вон стаи лебедей. Улетели. Какая красота. Ой, мы нашли такое место. Катались за тарой. Нашли огроменный омут. Вот, сейчас он, Толечка уже
пытается пробить, если тут щука. Омут огромный. Сейчас покажу. Такая она бывает уша. Вот такая полноводная. Вон какое мутище. Дальше там поворот. Дальше она резко поворачивает направо. Туда мы тоже сходим. Мы на рыбалке. Толя, что ты вцепил? Бля. Ой, не матерюсь. Ты ее вытащишь? Наверное, нет. Не вытащишь? Мамочки. А что надо делать? Что делать? Давай подержу, а ты руками. Давай, держи. Так ты не снимай. Лови ее, Толя. Лови ее. Держи. Держи. Держи ее, держи. Нифига такие жертвы. Держи ее. Держи. Мамочка. Мамочка, сколько она? Вот. Ёпарасоте. Ну-ка подними ее, сколько она? Да хрена. Мама дорогая. Фу. У меня слов нет. У меня сердце сейчас выскочит. Толя. Покажи ручки. Вот так дается нам трофейная щука. Из крови. Нету рыбы. Ой, ну нет слов. Очередной день нашей рыбалки. Очень устали, много ходить за щукой, правда, подустали. Поймали очень хорошо, но подустали. Вот, катались и нашли вот такое интересное место. То есть вокруг тайга. Тут какая-то заводят оши. Толя пытается. Толь, ты на что? Ты на боковой? Ну, здесь карасик. В общем, мы сели на карасика. Я кушок. Вот. А кушок тут, походу. В общем, посидим маленько, отдохнем. Толь, у тебя поплавок уводит вон, кстати. Вот. И буквально, не знаю, за несколько минут вон уже поймали несколько карасиков. Ну, в общем, у нас передых. Передохнем, посидим на карасика. Так, ну что, посетили мы еще одно место. Место очень красивое. Вокруг вот такая тайга, заводь от оши. Тихо, никого. Такая красота. Просто релакс полный. Да, Анатолий? Да. Что мы там поймали? Покажи. Что мы там поймали? Немножко карасиков. Мы колбасили. Карасиков шибко крупного нет. Ну, такие хорошие там четверяки. Клюют отменно. Тем более в такой тишине, в таком покое. Ну, и прям ну, хорошо. Да? Релакс. Релакс. Вот так у нас прошел еще один рыболовный наш денечек. Вот хожу со спиннингом по оши. Вон какое место нашла здесь. Я думала, сначала это щука прыгает, а здесь бобры живут. Вот, это логово бобров. Боюсь туда спускаться. И вон они как деревья обкусали. А вон там вообще... По-моему, еще несколько сантиметров, и оно свалится. Вон, что, смотрите. Здесь живут бобры. Ой, кто там сзади? Ой, мамочка. Блин. Куда я залезла? Страшно так. А, дядя там. Вон он, дядя. Дятел, ты меня напугал. Ой, в общем, тут бобры, там дятлы. Где мы только не лазим. Ну, это релакс. Еще и шишка по башке прилетела. Да ёпрасоте. Ну да, это тоже релакс. Около приманки щука. Маленькая такая, новая.
Расти большой. Мы на Оше. Ну, короче, пропускайте гуси-гуси, га-га-га. Вообще важный такой. Прикол. Гуляют такие. Давайте пропускайте. Нам уже домой ехать надо. Красавчики. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Да ладно. Ой, что? Да ладно. Да ладно. Что там? Слышишь? Ай, чешите. Вот красавчики. Мы едем в Омск. Да, Толя? Да. Гуси на нас наехали, да? Ай, куда едем?